Деревня спортсменов седьмых международных спортивных игр «Дети Азии» открылась в Приморье. Праздничная церемония состоялась в ВДЦ «Океан». Зрителями стали более 2000 человек. Около 1500 участников игр 2 недели будут проживать в этом детском лагере. Здесь созданы все условия для проведения тренировочного процесса и отдыха ребят. Центр имеет большой опыт приема смен. «Дети мира» не раз становился местом проведения спортивных игр стран Азиатско-Тихоокеанского региона. От лица жителей одного из лучших городов этой планеты, Владивостока, я приветствую вас здесь, на этой площадке, в детском центре «Океан». Я уверен, что вы живете в предвкушении самого лучшего лета, лета, которым вы должны насладиться каждой его секундой. Я хочу, чтобы вы наслаждались этими соревнованиями. Я хочу, чтобы вы нашли своих друзей и обязательно влюблялись. Убежден, что наша дружелюбная, самая лучшая владивостокская земля поддержит тех, кто по-настоящему достоин, и вы заслужите своих пьедесталов. Сегодня юных спортсменов ожидает еще одно зрелищное мероприятие. В концертно-спортивном комплексе «Фетисов-арена» состоится церемония открытия спортивных игр «Дети Азии», где выступят известные артисты российской эстрады.